All Camp – большой IT-фестиваль, проходил с 21 по 23 июля на территории базы отдыха «Славянское подворье» в Старомаинском районе. На протяжении нескольких дней программисты, дизайнеры и маркетологи со всей страны обучались, работали и отдыхали в неформальной обстановке под открытым небом. В основном Ульяновск 60%. Ну, порядка 600-700 человек. Самара, Пенза, Казань, Нижний Новгород, Саратов и все ближайшие. Ежегодно на фестиваль приезжают со всей России и ближайшего зарубежья множество спикеров с колоссальным опытом работы. В этом году IT-специалисты выступали параллельно на нескольких сценах с докладами об инновациях в мире современных технологий, дизайна, маркетинга, а также о создании бизнеса и IT-продуктов. Это Бежоев, Газпромбанк, руководитель по продвижению всех сервисов и экосистемы. Очень интересный был Жуков, это шеф Аэро. Помимо обучающей программы, организаторы подготовили для участников фестиваля множество активностей. От утренней йоги до бургерной битвы и IT-спартакиады. Участников, кто-то первый раз сыграл, кто-то несколько раз уже, и они сражались. Сражались действительно интересно, ценно до последнего, и выиграли мерч. Но это хорошо, это просто хорошо, провели время. All Camp закончился прощальным сбором участников и спикеров в палаточном лагере на берегу Волги. В следующем году события продолжатся. Организаторы надеются, что простоя фестиваля больше не случится. Событие очень востребовано участниками IT-индустрии.